Теперь кнопка, которая выключит эту эпидемию. Есть такая кнопка, и я думаю, что она появится где-то через полгода. Это лекарство от ковида. При вакцинации и наличии лекарства, когда ты сможешь вытаскивать, либо на самой первой стадии человек заболел, лекарство, которое будет убивать ковид, и он будет выздоравливать там в течение дня-двух, либо лекарство, которое уже в самой последней стадии будет снимать цитокиновый шторм. Тут есть нюанс, Цви. Это лекарство от какого штамма коронавируса? Нет, я говорю про то, что есть сейчас в разработке медикаменты, которые направлены против цитокинового шторма. Они не зависят от вируса. Да? Есть лекарство антивирусное, которое сейчас тоже в стадии разработки находится, которое нам говорят, что оно вообще будет универсально против любого вируса. Ну, ливай. Вот. Но есть исследование, которое вот завершилось вторая стадия в Рамбаме. И все они двигаются. Сейчас, после того, как разработали вакцины, очень много средств в науке инвестировано именно в поиски лекарств. Я думаю, что еще полгода надо продержаться, и это лекарство появится, и вот тогда... Да, и вот тогда эта эпидемия выключится, потому что естественным путем, конечно же, она не исчезнет. Без вакцины, без лекарства она не исчезнет.